Хей-хей, на связи Dragon Soul Play. Assassin's Creed Черный Флажок продолжается. Как и хочу вот сказать кое-что. Видите вот эту карту? Вот это я все зачистил. Потому что это все вне сюжетное, я хочу все это зачистить. В прошлой серии мы и так уже там по карту находили, что только не находили. И вообще много чего находили. Ну а теперь я хочу сосредоточиться исключительно на сюжете. Ну и если там дополнительные какие-то будут, я буду выполнять это все. А если какие-то на карте что-то будет, то рядом с заданием, то я это, конечно, тоже и выполню. Господин Олпол, я полагаю. Наш следующий. Она здесь. Мистер Дункан Олпол из Англии к губернатору. Полагаю, он меня ждет. Си, сеньор Уолпол. Энтре, по фавор. Ладно. Доберитесь до террасы. Ese es el hombre? El... ¿Cómo lo llamabas? ¿Asesino? Sí. Дункан Уолпол. Debería haber llegado hace muchos días. No me gusta. Нас уже знают. No me fío de ellos. Да, ну только, ребятки, я ваших этих не убью. Это не я, это мой двойник был. Parece un hombre rudo. Le suponía un aspecto más respetable. База данных анонимуса, поместье губернатора. Угу. Очка обзора. Тут можно всякого найти. А-а-а. Неплохо тут у них устроено. Доброе утро. Не ошибусь, предположив, что вы Дункан? Все верно. Я так и думал. Вудс Роджерс. Польщен. И я. Надо сказать, моя жена мало что смыслит в красоте. То есть? Жена. Когда-то вы виделись на бале-маскараде у Перси. А, да-да. Назвала вас дьявольски красивым. Вероятно, просто хотела меня подразнить. Джулиан, наш почетный гость прибыл. Дункан Уолпол. А, Джулиан Дюкас. Надеюсь, вы не лукавите, переходя в наш орден. Ассасинов я не люблю, но лжецов ненавижу. Поверьте, я вас не разочарую. Готовы размяться, Дункан? Со стариком встретимся позже. А, что, пострелять надо будет? Вы взяли мои самые лучшие пистолеты, Дункан, так что берегите их. Буду лелеять их, как своих сыновей. Постреляйте, если хотите. Пообвыкнитесь. У одного из моих соратников было 9 пистолетов. В бою неплохо, но лучше плавать с ними он не стал. Увы. Хорошо. Жду, когда пистолет будет вмещать 4 пули. Сейчас Марокко. С моим другом в Англии, Джеймс Парк. Он изобретает необычайные вещи. Манифик. Испытание. Итак, задача очень проста. Поразите все мишени, пока в часах не кончился песок. Помните, все мишени за отведенное время. Ну, давай. Ну. Не ваш день, да?
Дункан, где ваши скрытые клинки? Для ассасина вы плохо вооружены. А, к несчастью, сломал их оба. Ага. Выбирайте. Где же вы их нашли? Я их не нашел. Я их забрал. Трофеи на память. Два клинка, как положено, да? Точно, да. Дункан, не побалуйте нас демонстрацией своих талантов. Я... Прошу, в ожидании вашего приезда мы подготовили пару испытаний. Досадно уезжать, не увидев вас в действии. Да, конечно. Раз есть время, я с радостью покажу, что умею. Вот. Видите? Приготовлено специально для вас. Прошу, клинок в толпе, самое простое. Без размаха. Быстро и четко. Покажите еще что-нибудь. Гениально, правда? Использовать стога сена как прикрытие. Боже, вот это да! Скрытность. Нельзя переоценить эффект неожиданности, так ведь? Особенно если бить из-за угла. Убийства в воздухе по-своему прекрасны, хоть и привлекают внимание. Покажите. Да как нефиг делать. Манипик. А возможно ли нанести роковой удар на бегу? На бегу? Обалдеть, ты поднялся. Чудесно. Ну что ж, вперед. Ассасины вас хорошо обучили, Дунка. Вы очень вовремя решили их оставить. Сильно рискуя при том. Предательство ассасинов вредно для здоровья. Выпивка, говорят, тоже, но такого рода опасности меня манят. А по какому делу вы здесь, сэр? Помощник губернатора, быть может? Или впервые тут так же, как и я? Пистолеты, сабли, пушки, бомбы. Я с радостью продам все то, чем можно убивать. Контрабандист, скажем так. А как поживает ваша супруга, капитан Роджерс? Она тоже здесь, в Гаване? Живу надеждой, но вестей нет. Я больше года истреблял пиратов на Мадагаскаре. Разогнать этих негодяев было непросто, но мы справились. В будущем, надеюсь, использовать ту же тактику в Вест-Индии. И что вы сделали с ними? Все просто. Пираты невежественны, как макаки. Я дал им выбор. Принять прощение и вернуться в Англию нищими, но свободными. Или же быть повешенными. А, видимо, Нассау ваша новая цель. Прозорливо, Дункан, именно. Удачи вам. Но... Великий магистр, господин Дункан Уолпл прибыл. Ничего себе. Мы вас ждали неделю назад. Прошу прощения. Мой корабль захватили пираты, едва уцелел. Я прибыл лишь вчера. Досадно. Простите за назойливость, но удалось ли вам спасти все то, что было обещано мне? О да, сэр, удалось. Инкрибли. Ассасины добились большего, чем мы думали, но нас им не остановить.
Рад, наконец, встретиться с вами, Дункан. Добро пожаловать. Прошу, нам есть что обсудить. Наконец, все в сборе. И какое пестрое общество. Англия, Франция, Испания. Граждане прогнивших империй. Но теперь вы тамплиеры. Тайные подлинные правители мира. Прошу, дайте мне руки. Помните нашу общую цель. Вести всех заблудших, пока не найдут дороги. Вести пылающих страстью, пока не утолят сердца. Вести всех пытливых, пока не умерят разум. Во имя Отца понимания. Приступим же. О-о-о! Десятки лет назад совет доверил мне найти в Вест-Индии забытое место, которое наши предки называли обсерваторией. Смотрите, взгляните на эти изображения и запомните их. В них скрыта важная история. Уже 2 десятилетия я пытаюсь найти обсерваторию. Там, по слухам, спрятан инструмент невероятной важности и силы. Некоего рода армиллярная сфера. Это устройство даст нам возможность следить за каждым. Стреляю я плохо, но зато граблю хорошо. Представьте, что будет в нашей власти. Тогда между людьми не будет больше секретов. Ни лжи, ни обмана, лишь правда и справедливость. Вот зачем нам обсерватория и то, что в ней должно стать нашим. А мы знаем, где она? Узнаем. У нас в руках единственный, кто знает ответ, некий Робертс, бывший мудрец. Истинного мудреца они видели уже 45 лет. Вы уверены, что он не шарлатан? Мы полностью уверены. И ассасины придут за ним. Несомненно. Но благодаря Дункану и сведениям, что он привез, ассасины перестанут нам докучать. Все станет ясно завтра, господа, когда вы встретитесь с мудрецом. А пока давайте пить. Мы найдем обсерваторию вместе. Ведь тогда короли падут, духовенство отступит, а сердца мира станут нашими. Воспоминание 03. А, доп. Стрелковый не прошел. Нравится. Отдыхайте, Дункан. Завтра придет Серебряный флот и ваша награда. Затем обсудим план дальнейших действий. Жду с нетерпением. Экселленте. Буду ждать вас в гавани завтра с утра. Губернатор Торрес завтра рано утром будет ждать вас в гавани, около замка. Да. 500 рублей. Так, это, конечно, хорошо и славно. Но мне нужно сундуки забрать, пиратов спасти и кого-то еще спасти. А ну, в принципе, это все. Правда, это... Территория-то немного запрещена. Капец, а как же на тебя пробраться? Запретная зона.
тебя убрать и так придется. Ага, вас тут двое. Все. Супер. Капец, теперь надо туда. И вот сюда. Так, хороший вопрос. Надо убираться, наверное, отсюда. Отсюда, наверное, надо выбраться и точку синхронизации открыть. У нас тут точка обзора. Фрагмента анимуса. Еще парочку, наверное. Ага, да, вот как раз парочку и осталось. Так, и как же мне теперь добраться до сундука? Сначала сюда надо. Да нет. Ладно, я понял. Надо было раньше их убить. Хорошо, я понял. Но мне нужно точку обзора сразу открыть. Тогда пойдем отсюда. Подберешься. Странной козе не подъедешь. Да, блин. Пистолеты можно купить. Пистолеты испанских офицеров. Пистолеты со съемным дулом. Поражают цели. Обычные кремниевые. Поражающие цели на земле. Хорошо, пусть будут. Боеприпасы. Контрол заполнено. Произведение искусства. Владычица вод. Подвеска летучей мыши. Ладно. Блин. Ага.
глаза? Хочешь, я тебе задницу половиню? Вот это тебя ругательство, задницу у меня половине. Да ты что, совсем что ли ошалел? Сейчас, погоди. Видите, я с дамами гуляю, все. Надо вот тех отвлечь, чтобы я забрался. И точку синхронизации себе открыл. Так, тут у них патрули ходят. Значит. Так, как же мне тут до тебя добраться? Не, стрелять я не буду, чтобы внимание не привлекать. Так, фрагменты анимуса готово. Вот теперь туда пробраться. 40 метров всего лишь. Так. Все, отошел. Сундуки забрал. Теперь фрагмент анимуса. Yeah.
Все, супер. Все. Синхронизация пройдена успешно. Ух! Хе-хе-хе. Доступно быстрое перемещение. Подсказки заметят труп, враги что-то подозревают. Подозревать это еще ничего не значит, потому что они просто там умерли, потому что им плохо стало. Ну ладно, чё. Погнали туда, в гавань. Нас уже ждут наверняка. И пофигу, наверное, на то, что я уже половину испанского гарнизона тут перебил. Ладно. Человек, которого зовут Мудрецом. Часть вторая. Доброе утро, Дункан. Сюда. Ты всю ночь тут стоял? Эдвард! Эй, Эдвард! Я нашел того, кто купит оставшийся сахар. А? Большая удача! Он назвал вас Эдвардом. А, купец, который привез меня. Ему я представился чужим именем. А, мудро. Свидимся, Боннет. Удачи. Вы пунктуальны, Дункан. Сюда. Вот он. Тот, кого и тамплиеры, и ассасины искали более 10 лет. Мне сказали, тебя зовут Робертс. Это так? Думаю, ты узнаешь это. Если верить преданиям, чтобы войти в обсерваторию, нужна кровь мудреца. Ключ у нас. Осталось лишь найти место. Возможно, сеньор Робертс нам поможет. Доставьте его в мой дом. Только шума из-за него. Неужто обсерватория так важна? Си, синдуда. Обсерватория — инструмент, созданный предтечами. Она поистине бесценна. Предтечами? Ясно. Да, и Эдвард такой тупой пирожок просто. Наставника Майя Атабая. Вам удалось воплотить его в жизнь перед отъездом? Я... Нет, увы. Нет, слишком много препятствий на пути. Жаль. Но благодаря вашим картам мы доведем дело до конца. Да, таков замысел. Плохой маршрут, Торрес. Мы уязвимы. Что-то не так. Будьте рядом, магистр. Я тоже чувствую. Главное, защищайте мудреца любой ценой. Ассасины! Сверху! Они на крышах! Идите за улицами! Они могут быть везде! Thank you.
Капец, блин. Нифига себе он. Схватить! Бегу. Ран. Ран, Вася, а ран. А тебе ловкости не занимать. Усложняй жизнь нам обоим, друг. А какой он тебе друг-то? Стой! Ноги прострелю! Беги, беги. Почти поймал. Давай. Почти. 20 метров. 30 метров. Поганец. Ничего, ничего. Давай. Неплохо, Паш. Тихо. Мы отведем его в тюрьму, магистр. Удвойте стражу. Будь я проклят. Ну и денек у нас, господа. Си, нас окружают враги. Нужно быть осторожней. Хотел бы я быть рядом с вами до конца, но, увы, должен на всех парусах идти в Англию. Ну что ж, попутного ветра, капитан. Повезет. Вернусь к губернатору. С одобрения нашего дурака короля. Адиос. Что до вас, сеньор Уолпол. Надеюсь, это залог нашего долгого сотрудничества. Грасиас. И я вас. Не откажитесь поприсутствовать на допросе. В полдень. Приду. Сверху напасть? Как на него сверху-то напасть? А, чтобы до драки, типа, не доводить. Тысяча? Да ты издеваешься, мать вашу. Так, ну, вроде бы тут все выполнено. Допрос. Есть претензии. Какая жалкая подачка. 1000 реалов за эти карты. Это что, всего 100 фунтов? И как человеку добыть состояние, если миром правят торресы? А вы никогда раньше не работали на плантации? Знаете что? Хотел бы я увидеть эту самую обсерваторию. Губернатор сказал, это устройство для слежки за всеми людьми.
Какая нелепость! Представьте, что такое обзавелась моя жена. А вы представьте, сколько это стоит. Продать нужному человеку, и я богатейший пират. Приватир в Вест-Индии. Увидимся, Боннет. У меня в этом доме встреча с мудрецом. Личная. Найдите стражника. Избегайте стычек, убивайте стражу. Так, избегайте стражу из зоны слежки. Это как вообще? А, уже живой. Так. Избегайте стычек. Свист, это я знаю. Так. Освободить мудреца. А, это была зона слежки, как раз таки. Сейчас он тот дядька уйдет. Мы освободим мудреца и закончим эту серию. Стрелки могут убить издалека. Хорошо, я буду осторожен. С
Сейчас. Мне просто охота. Сейчас я его заманю сюда. Че, это не считается, что я из зоны слежки его убил? Ладно. Не пойму, как из зоны слежки типа убить. Как же мне тут быть? Вечно же не будешь прятаться. Выполнил нафиг на полностью. Хотел как лучше. Получилось как всегда, блин. Через одно место. Долго там до тебя еще переть? Не самый удачный подход я выбрал. Ладно. Нифига себе, это ты всех замочил тут. Постоя. Так как тебя зовут, вор? Меня? Капитан, отвали! Грязная деревенщина. Где мудрец? Ты его отпустил? Нет, это не я. Кстати, очень жаль. Отвезти его в порт и в Севилью вместе с Серебряным флотом. Стойте! Я ведь привез вам карты! Да, привез. Но лишил нас Дункана Уолпола. Ладно. О! Блядь, на 100% не могу, конечно, выполнить никогда.
Бля, не успел. Какой позор, право слово. Пропащий он человек, Кэролайн. Какое море, он и для суши не скроен. Уедет в Вест-Индию, а худо будет тебе. Отец! Отец! Пойдем, вставай, родной. Чертов скряга! Как он ошибается! Надеюсь. Но ты-то мне веришь? Ты ясно видишь. Большой корабль гордо заходит в порт, и я на мостике. Я отныне знатный человек. И из моих карманов градом сыпятся золотые дублоны. Я вижу. La cena, cómetela rápido. Голоден? Убивайте стражников из-за угла. Что ты задумал, друг? Найду оружие и корабль. Que Dios nos ayude. No me gusta la pinta de esta tormenta que se acerca. Parece que se está desviando al oeste, hacia el golfo. Quizá estemos a salvo. Из-за угла? Давай закончим вот эту уши. Иди сюда. Сюда иди. А ты хорош. Пойдем, Брис. Эй, бери, что нужно. Я мигом. На этих кораблях много пленных. Освободите их, и они охотно пойдут с нами. Так каков план? Освободить людей, потом найти быстрый корабль. Да, я отправляюсь за бригом, что стоит в порт. Чай, не из-за угла убил все-таки? А, нет. Ато! Да куда же ты забрался? Ну стой тут. Давай. Ладно, наверное, мы это будем заканчивать, дорогие друзья. На связи был Dragon Soul Play. Увидимся в следующих сериях. Всем мира и добра.